последнее время наблюдается рост заболеваемости новым коронавирусом. Естественно, растет и количество медицинских отходов. На этом полигоне в Брянске с соблюдением всех норм утилизируют до 1,5 тонн медицинских масок, халатов, костюмов и прочих средств защиты. Все установки имеют государственное экологическое разрешение, все необходимые документы. При сжигании не выделяется никаких вредных веществ. Выбросы в атмосферу мониторятся государственной лабораторией. Период пандемии профильный комитет областной думы с особым вниманием следит за безопасностью утилизации медицинских отходов. Причем речь идет не только о безопасности экологической, но и санитарной. Главное не допустить распространения инфекции при транспортировке и уничтожении опасных отходов. Комитет нашей областной думы старается помочь, также где-то проконтролировать, где-то подсказать, а также поработать законодательными инициативами. Думский комитет каждый месяц минимум, а то и раз в неделю задают вопросы. Мы всегда предоставляем всю полноту информации, которая есть. Мы ни от кого не скрываем, но мы, наоборот, всегда рады и благодарны, в том числе и комитету, который помогает нам в нашей деятельности совместно. В ближайших планах регионального оператора приобрести дополнительное оборудование для утилизации отходов. Артемий Маркелов, Денис Пашков. События, Брянск.